Я сейчас сделала макияж и нанесла на лицо новую тональную основу. Сейчас как раз вам покажу, что я в этот раз заказала в Faberlic. Очень много интересного. В общем, попробовала я вот такую тональную основу. Очень хорошо увлажняет кожу. Я не люблю, когда, знаете, тональный крем такой вот сухой. И когда вот наносишь его, получается, кожа выглядит какая-то суховатая. Он очень хорошо увлажняет. Прекрасно просто наносится. И понравился цвет. Угадала я цветом. Там, по-моему, если не ошибаюсь, 3 оттенка. И я заказала оттенок, сейчас я скажу какой, вот такой вот, 65-70, очень-очень классный, прям вот очень понравилась вот эта тональная основа. Беру себе на заметочку, и может быть кто-то ищет тоже хорошую тональную основу, прям, конечно, рекомендую, очень классно. Так, заказала мужские, ну, честно сказать, мне кажется, это такие, знаете, универсальные носочки. Здесь еще были беленькие носочки, наш папа уже достал, взял, в общем, 3 пары, такие как типа следочки короткие, знаете, что классно, здесь они на силикончике, вот тут, и они очень хорошо держатся, с ноги не спадают, несмотря на то, что это низкие, то есть, ну, это следочки, да, знаете, да, это вот я люблю, когда одеваешь какую-то обувь, туфли, там, кроссовочки, чтобы их не было видно, и вот такие следочки, они реально выручают. И, так, заказала влажную туалетную бумагу, здесь 40 листов, мы брали такую бумагу в путешествие, когда ехали на море, очень хорошая бумага и 40 листов здесь. А в этот раз я заказала такие очищающие полоски для носа, я вообще люблю такие штучки, давно искала, потому что в магазине что-то я не могу найти. Faberlic я нашла. Такие полосочки удаляют отлично черные точки и сужают поры. Да, Лео, тебе не подходит. И еще очень хорошо матируют. Буду сегодня пробовать. Сейчас посмотрим, как это выглядит. Так, а выглядит это вот так вот. Здесь 4 такие полосочки. Миланке я заказала вот такую вот помаду. Это такая гигиеническая помада. Смотрите, какая она интересная. Кстати, можно даже и подарок купить. Допустим, ну, собирайте какой-то такой подарок на день рождения, на какой-то праздник девочки, то можно докинуть где какой-то интересный, красивый бокс. Допустим, в розовом цвете. Вот так вот выглядит такая кошечка. И вот так вот, вот такая помадка. Ой, как она пахнет, это мята, мята с малиной, что ли, ой, прекрасный просто такой аромат, супер. Миланка любит такие штучки, она всегда с собой носит в школу, вот такие гигиенические помадки, чтобы увлажнять губы. Так, ну и, конечно, обязательно заказываем зубную пасту, очень нравится вот такая вот кислородная профилактическая зубная паста, достаточно большой объем, невысокая цена. И очень-очень хорошо и очищает, и убеливает зубы. Так, вот такой вот заказала лак для волос подвижной фиксации. Миланке на 1 сентября буду делать прическу. Я еще не определилась точно какую, но у меня есть 3 варианта, я думаю. Но в любом случае мне понадобится, конечно, лак, чтобы хорошо зафиксировать прическу. Вот, и я заказала вот такой лак. Также я заказала пену для бритья. Это мужская пенка, тоже заказываем всегда, как бы очень хорошая, увлажняет кожу. Так, ну и, конечно, дезодорант, антиперспирант, тоже всегда заказываем, мужской, с приятным таким нежным ароматом, аромат такой, знаете, прям легкий-легкий. Для рук джунгли, такой, наверное, будет аромат какой-то тропический. Ой, приятный аромат очень. Тоже такой, знаете, не слишком сильный, такой нежный, да. Какой-то тропический, что-то фрукты, что-то такое. Мне кажется, даже немножко есть аромат каких-то трав. В общем, приятный тоже аромат. Заказала себе вот такой вот карандаш для губ. Номер 41-135. Сейчас мы посмотрим, как он. Ой, слушайте, точно такой, как мне нужен, как я люблю.
прям очень прям попала я светом, именно такой мне нужен оттенок. Мой просто уже заканчивается, буквально совсем на пару раз, и вот прям попала я светом, то, что нужно. Классный карандашик для губ. Очень классные татушки, и они, кстати, еще парфюмированные татуировочки. Они здесь разные есть, прям мне понравились. Да. Хочу сейчас обязательно себе нанести какую-нибудь, сделать татушку из серии фэн-шуй. Фэн-шуйская тематика очень мне понравилась. Я сейчас какую-нибудь обязательно себе сделаю. Такая вот у меня интересная татушка. Первый раз уже заказываю губки двусторонние с антибактериальным эффектом. Не знаю, как он насчет антибактериального, но губки на самом деле очень хорошо очищают и не быстро изнашиваются. 13 на 9 сантиметров размер. Она такая двусторонняя. С одной стороны серая, с другой стороны она такая желтая. Прям реально очень хорошо очищает поверхность. Также заказала концентрированный гель для стирки 3 в 1. Он рассчитан на 20 стирок. Сохраняет яркие краски цветных тканей, восстанавливает сияние белых, защищает от серости, эффективно удаляет пятна. Тоже часто заказываю, вообще люблю заказывать там Faberlic и капсулу для стирки, очень хороший, кстати, порошок тоже. И в этот раз я заказала вот такой концентрированный гель. Ну и, собственно, вот про такие вот капсулы для стирки с пятновыводителем я и говорила. Сейчас здесь в упаковке 15 капсул, убирают пятна с тканей, ну, с одежды, и мне прям очень нравится. Аромата, знаете, такого сильного нет, что-то такое легкое, такое цветочное, лаванды, вот такой прям вот приятный аромат. Содержит традиционные корейские экстракты. Ну и еще заказала, правда, не рассчитала, что-то я с размерчиком, честно сказать, заказывала Миланке в школу детские влажные салфетки. Здесь 50 штук, и я что-то не посмотрела, что они такие достаточно большие, но в любом случае салфетки такие нужны. Я в основном такие вот влажные салфетки держу в машине, в бардачке, потому что практически всегда они нужны, что-то там разлила или что-то там просто испачкала, просто руки даже вытереть, они всегда нужны. Но заказывала Миланке в школу влажную, но такие салфетки, конечно, не подойдут ей в школу, буду заказывать потом еще такие маленькие, чтобы помещались они в рюкзачок. Но эти салфетки тоже, конечно, не пропадут, нужны, сейчас вот собираемся на прогулку, положу их, конечно, в машину, в бардачок. В общем, детские влажные, 50 салфеток. Салфеточек здесь, без спирта не содержат, спирт хорошо увлажняет, очищают, не знаю, что там, руки, тело, в общем. Ну, так как это салфетки детские, то, наверное, и для малышей, конечно, тоже они прям для новорожденных подходят. Так что вот такие у меня в этот раз классные покупки, нужные. Прям и, конечно, есть мои фавориты, это как вот капсулы, вот такие губки, пенка. Для бритья дезодорант, зубная паста, постоянно это заказываем, очень-очень хорошего качества, вот, и цены очень даже бюджетненькие. Здесь тоже корабли. Да, здесь тоже кораблики. Мы идем.
идем в музей-заповедник, ну, парк Монрепа. Я думаю, что это Монрепа. Правильно. Вот. Здесь парковка. Ну, а мы поставили раньше машину. Монрепо. Тоже парковочную. Хотите? Да, кстати, здесь, смотрите, парковка намного ближе есть. Ничего, иди давай гуляй. Подъезжайте. Вообще надо 8 километров каждый день ходить. 8 километров, это сколько будет тысяч шагов? Уж точно не 10 тысяч. 20, да? 20 тысяч шагов. Ну, 20 тысяч шагов я только хожу, когда мы приезжаем на море. А так в основном у меня даже стоит, типа, 8 тысяч шагов. Или 10, я не помню. Сколько у меня стоит? 8. 8 тысяч шагов, да, я должна, типа, походить каждый день. Все стандартно, ничего не меняли, а стандартно всегда у всех 8. Два. Ну, вообще, конечно, тут желательно вот 10 тысяч шагов. Тут желательно. Еще тут еще касса? Конечно. 300 рябчиков билет. Мы сейчас... Достопримечательности города Выборга. Возможно, там. Вот, да. Парк Монрепа, Выборгский замок. Мы проезжали, мы то, проехали. Что я показывала. Да, вот он. А где тут площадь, тратишь? Да. А, недалеко вообще. Она тут все по кругу. Ладно, идем. И вот, что можно в музее, заповеднике здесь посмотреть. В каком музее? Мы в парке вообще. Музей-заповедник называется. Парк Монрепа, так называется. Здесь вот прям автобусы приезжают, останавливаются. Пойдемте в парк сразу, да? Да. Тут даже трансфер есть. Не, ну тут мы же пришли гулять. И чем Вы трансфер? Все? Нет, трансфер от отеля к полю. Полет даже есть, смотрите, над... Есть, смотрите, полет над Монрепа. Сколько стоит? Не знаю. А для чем до полета? За 10 минут вы увидите, возможно, самые красивые доступные локации парка. Ладно. Этот парк работает с 1 мая по 30 августа. По 30, да? Только летом работает? Да, по 30 августа. Все парки так работают. Так же, как и Павловск, Пушкин, да? Но они... Нет, у нас они открыты, просто вход бесплатный. Ну, может, это тоже будет вход бесплатный. Да, здесь тоже никто запрещать тебе проход не будет. Да. Можно взять онлайн, мы взяли онлайн билеты. Быстрее. Нет, я через терминал. А, то есть через терминал, да. Вот так вот. А, тут вот яблоками кормят. Где? А, вот. Ой, смотри. Яблочный сад. Ух ты, какая красота. А так красиво, такие деревья, так они. Как елочки. А там, смотри, там деревья, сколько яблок. Маленькие такие. Может, начнем вот так вот? Да, огромный. Идем неведомыми тропами. И куда-то не идем. Все идут прямо, а мы идем вот такой вот дорогой. Извилистой. Это камень китайского зонтика. Вот этот камень. Вон там наверху стоял зонтик. Ну, кстати, я сейчас так снимаю, как будто бы зонтик это дерево. А там зонтик реально? Нет, дерево стоит, как будто бы зонтик. Мы его тут поднимали, смотри. Там укреплено все уже. Сеточка наложена. Оранжерейный город. Тут, походу, капуста растет. Похоже, да? Капуста? Ну, похоже. Это что-то правда растет? Нет, это не капуста. А что это? Это что-то непонятное. Ну-ка, давай, доставай свой телефон. Что там не написано? Нет. В общем, это тоже сорт капусты. И здесь тоже растет капуста. Видите, прутки уже кочаны, мощные. А здесь, наверное, что это? Помидоры. Помидоры. Слушайте, это тут прямо это. Овощной сад. Помидорчики. Зелененькие. Берем на засолочку? Зелененькие. Здесь еще продают вкусные вафли. Есть лососом, есть с курочкой. Я взяла с курочкой. Правда, здесь добавлен немного майонез. Но я надеюсь, что переживем. Лика не хочет. Папа съел мороженка. А Лика почему-то не хочет ни мороженого. Может, мороженое? Да, мороженое невкусное. Оно такое, какое-то ненасыщенное вкус, вообще да? Никакого. Как будто бы вода. Mm-hmm. А вафелька вот такая. Вот тут, кажется, майонез. Можешь откусить майонез? Ну, тут просто очень много майонеза. Это не майонез. А что это? Майонез? Это не майонез, это соус. Почему тут немножко на лавочке отдыхать?
решили минут 15. Вот такой ларечек, где продаются разные коктейльчики. Кстати, лимонады недорогие, по 150 рублей. Вафля. Да, прям нормально. В курице 350, с лососем. А, кстати, почему вообще зелень? Да? Да? У них вот зелень тут растет. Шаурма. Да? В общем, а с лососем 400 и какая-то салями, по-моему, 300 рублей. Кстати, вафля была совсем невкусная. Мороженое тоже было невкусно. Мороженое тоже было просто никакого. Да, оно было какое-то, знаете, просто водянистое, как будто бы воду заморозили. Никакого ни вкуса, ничего. Вот, и оно даже не сладкое было. Вот реально, как будто бы разбавили, да? Какое-то мороженое с водой заморозили. В общем, ну, жуткое. Холодненькое, холодненькое, нормально. А вафля, ну, мне, вафля мне вообще не понравилась. Там какой-то вот этот соус майонезный, кислый. Ну, это просто ты такая, а так-то нам вкус был нормальный. Мне не понравилось вообще никакой зелени, кроме огурца. На картинке было нарисован там какой-то типа салатик, ну, типа рукколы, что-то такое, айсберг. Никакого салата, никакой зелени. Просто майонез и курица. Но я его даже, я чуть-чуть там пару раз откусила и отдала папе. Папа наш съел, доел вафлю. Лика не стала тоже есть, короче, вафли. И я думала, лимонад такой, знаете, будет, ну, типа мохито, что-то такое. Таких лимонадов нет, просто есть тархун. И тархун, лимонад и... Ну, короче, такой лимонад я тоже не захотела. Подожди, какие? Лимонад, тархун. А, эти буратино, да, лимонад и тархун, да, все правильно. Короче, и такой лимонад вот тоже не взяли. Я хочу... Ну, пацаны. Тут еще можно кораблики. Какие-то кораблики, ну, я пойдем посмотрим. Ну, я думаю, время терять не будем, потому что нам, ну, приехали, надо обойти хотя бы половину и того, сейчас что здесь очень есть. Жарко. Сейчас самый солнцепек, 2 часа дня. Ну, на открытых, если корабликах, то это капец. Припечет. Так, вам не угодить. Да. Ну, нам хорошую погоду. Я очень люблю солнечное. Я так рада, что сегодня такая погода. Вообще шикарно. Нет, я к тому, что у нас еще весь парк впереди. Еще там очень много. Пальто твое лежит в машине. Да не пальто, а пиджак я взяла. Думала, вдруг будет прохладно. Пуховичок. Да ну прям. Но в машине все и оставили. Погреб ледник. Вот так вот выглядит. Написано «закрыто». Здесь сувенирный магазин музея-заповедника. Здесь сувенирчики, но они не работают. Закрыт. Погреб ледник – это холодильник 18 века. Сложен он из гранитных валунов и кирпича. Состоит из основного помещения и тамбура. Площадь ледника – 56 квадратных метров. Нифига себе! Его своды выложены нормально, валунами, да, под тамбур кирпичный. Крыт ледник двухскатной крышей. Возможно, этот погреб сооружен еще Петром Алексеевичем Ступишиным, который владел имением с 1760 по 1782 год. В описи Ступишинского наследства, составленной в июле 1783 года, упомянуты два ледника. Можно предположить, что погреб за библиотечным флигелем появился в 60-е годы 18 века. Тамбур, скорее всего, пристроен позже, уже в 19 веке. Пушилечка моя. Пушилечка. Здесь красота, прелесть, тишина. Здесь не хватает лавочек. Но здесь отлично такой пирс для фотосессий. Видите, как красиво. Не эмоции, ничего. Ну, конечно, с мамой не сравнится. Смотрите, какой шикарный вид. Бесподобный. Это вот этот.
Очень много здесь туристов. Вот тоже идет группа какая-то. Достаточно большая группа. Такой красивый вид. Много уточек. А, кстати, тут еще где-то белки есть. Там вот, где мы покупали вафли. А там написано «Корм для белочек». Так что здесь где-то еще даже белочки есть. И еще... А еще где-то там пещера. Мы, наверное, идем туда, да? Лик, полезешь туды? Да нет, не сюды. Кстати, там вид красивый будет. Должно быть дальше таблички там. Ну мы идем, да, идем. Прогулка, кстати, идем. Большой достаточно парк, там очень большой. Там у них лавочка такая. Да, да. Пойдем туда. Просто вон народу куча здесь впереди. И вероятность того, что сейчас все пойдут туда. Есть. А вон замок, смотри, мы не видели его. Да, вон там вот замок. Мы вот здесь были, на этом камушке. И какой-то причал, до причала до какого-то мы заходили. А я хочу вот на этот остров. Давайте сейчас пойдем. Там, смотрите, лавочки. Ликуль, да, давай. Где? Ну, я говорю, пойдем? Нет, это вон, не цветочки, да. Это эти. Кувшинки. Кувшинки. Кувшинки, да. Утка, только что на тебя подумали, что ты мужчина. Голова мужчины. Что ты голова мужчины? Идем на остров. По вот этому красивому мостику. Идем сейчас пробовать кренделя. Кофе тут еще продают. Как кофейня. Говорили, что есть еще разные кренделя. А здесь только один вид. Окрошку? Давай дома тебе сделаю окрошку. Давай роллы покушаем. Давай я тебе дома сделаю роллы. Ты можешь сделать? Так, ну а мы сели тут перекусить в кафе. Даже не знаю, как называется. Сеньора помидора. Будем пробовать здесь роллы. Надеюсь, они будут вкусные. Только не запеченные. Я больше люблю обычные классические роллы. Вот, папа наш хочет окрошку вдруг. Ну пусть рискнет. С квасом будет. А здесь есть с квасом или кефиром? Я не люблю с квасом вообще. Нашли в лавку с сувенирами. Здесь смотрите, шопы открылись. Разные открытки, разные сувенирчики есть. Такие даже елочные украшения, игрушки. Тельняшки. Цена зависит от размера. Такие маленькие кружечки, фигурки, статуэтки, маечки. Лика хочет магнит в виде кренделька.
но пока нигде нет. Какую нашла? Да, нашла, но немножко другие. А где? Не металлические, но хотя бы. Вот такого. А что-то, может, такой металлический, видимо? Ну, походим еще к этим все-таки. Так они... А вы до скольки работаете? Мы работаем до 8 вечера. А, еще время есть. Ну, еще что такое возьмем? Да. И картины тут разные, красивые. Туристическая. Так, еще сейчас зайдем в сувенир. А ты с нами идешь? Тут рояли, кстати, играют на самом деле. Девушка сидит, играет на рояле. Смотрите, кто тут сидит. Нету тут? Вика своего боя. Смотрите, здесь вот такие крендельки. Вот такой большой прям ларечек. И они тут разные. Посмотрим, что тут можно купить. А здесь, смотрите, есть и чизкейки, и торты разные. И вот крендельки. А что там, с чем они? Обычные просто? Ну, не похожие, соленые. А здесь есть еще такие пряники разные. Но что-то совсем не хочется. И вот такие крендельки по 150 песочных, по 200 сдобные. Соль. Они прям как эти, знаешь, вот, рогалики, правда, не рогалики, бублики украинские такие, помнишь, вот, ну, в магазине часто. А вот это, ну, чтобы... Так, короче, взяли песочный, взяли с солью. Будем пробовать сейчас. Это вот, вот оно. Все, что есть. Душевная кухня. Крендели попробовали. Лика взяла песочный с корицей, но еще не попробовала, а мы взяли сдобный с солью. Вкусно, но обычный бублик. Вот есть такие, продаются бублики сдобные. Выборгский замок. Но мы туда не пойдем, скорее всего, уже время посещения закончилось. И, насколько мы смотрели, вроде говорят, в замок не ходят, а именно по территории как бы гуляют. Уже поздно, уже 8 час, мы уже потихонечку двигаемся к машине и домой поэтому гулялись, все смотрели, не смотрелись, так что идем домой. Мы еще ехали в Выборг, увидели это озеро и решили на обратном пути остановиться, посмотреть, что за озеро. Оно огромное, красивое, прям как-то в лесу, прям суперско вообще. Здесь даже вот шашлычочки жарят, здесь даже купаются. Водичка, Лика сказала, теплая. Теплая, да, Лика, вода прозрачная? На сапе в легкую. Да? Гладь какая, смотри. Да вообще катайся, красота. Катайся, вообще, куда хочешь. На сапе удобно, да, когда течение. Да, тут... Ну вот, только что сдували сап. Вообще классно. Сейчас ходили на Валберес, заказывала я топы для Миланы и выбрали вот такой комплект. Был еще просто один топ, а это именно комплект, ну, как топ и трусики. И Миланке заказывала три пары обуви. Три, по-моему. Четыре. В общем, ничего не подошло. Одни более-менее ей подошли, другие вот туфли она вообще... Ну, типа лоферов я заказывала, что-то, кстати, забыла снять. Вообще не влезла в них, неудобный подъем. А одни более-менее хорошие, но на них была царапина, они какие-то лакированные оказались, прям чересчур. В общем, мы не взяли. Дальше в поисках красивых лоферов. Это бесшовное белье.
Очень красивый топ. Смотрите, как он сделан снизу. Здесь еще даже с чашечками он такой. Его на самом деле вообще не чувствуется. Он бесшовный, да. Он такой приятный к телу. Просто вообще бесподобный. Здесь такая кошечка силиконовая, симпатичненькая. Топ вообще бесподобный. И к топу еще идут вот такие трусики, тоже бесшовные. С кошечкой тоже здесь такой силикон. В общем, такой комплектик. Просто потрясающий. Красивый такой нежный цвет. Вот. Его Миланка уже топ примерила. Говорит, вообще буквально его и не чувствуешь на теле. Очень красиво смотрится. И именно как я искала. Он не слишком короткий. Такой вот, знаете, хорошая длина. Качество хорошее. Вообще суперски. Такой комплектик 700 рублей стоит. Вот, понравился, очень классненький. Миланка будет носить, да, Милаш? Да. Блузочки, которые такие, знаете, тоненькие. Полупрозрачные. Да. Так что, красиво. Ну, посмотрите, какая красота. Лето. Обожаю лето. Это мое самое любимое время года. Просто обожаю лето. За солнышко, тепло. Нужно одевать кучу одежек. И, конечно же, разные ягоды, фрукты, овощи. Я это все очень-очень люблю, именно сезонное. Не то, что там, понятно, можно и зимой, и солнышко бывает, но нам все равно в любом случае холодно. И ягоды, фрукты бывают, но все такое привозное, это не то. А летом сезонные все ягоды, фрукты. Вот такую малинку взяли на рынке. Посмотрите, какая она отборная. Здесь где-то 800 грамм получается, 400 рублей. А вот этот или 450, не помню. Ну, в общем, 400 или 450 вот этот лоточек. Но малина прям вот, знаете, отборная, потрясающая просто. Сейчас буду мыть, будем кушать. Еще взяли клубнику. На рынке сейчас клубника у нас 250 рублей. Я еще не пробовала, но очень ароматная. Прям ароматная, ароматная. Так, и черешни. Черешни, конечно, уже у нас не очень много. Нашли там в двух точках, выбрали вот в одной, она показалась нам более такая плотненькая, в общем такая, вот, кстати, не очень, черная прям, ну такая, слушайте, упругенькая вроде, не знаю, 350 рублей килограмм. И еще кукурузу взяли. Взяли 4 кочана, буду сейчас варить. И зашли еще в магазин, в Магните, нам нравятся арбузы, но мы взяли вчера арбуз, и он был совершенно невкусный. Мы его выкинули. Целый арбуз гигантский, мы его выкинули. Он был вообще бесцветный, еле розовый. Но есть такие сорта, я думала, он может сладкий хоть будет. Нет, он совершенно безвкусный был. Взяли в Магните в этот раз опять. И он потрясающий. Спелый, сладкий, очень вкусный. У нас в Магните он стоит 25 рублей за килограмм. В ленте в Окей как-то брали, ну, честно сказать, не очень нам попадались. Они вроде и сладкие, но такие вот. В Магните как-то чаще попадаются прям сладкие арбузы. В ленте в Окей, если не ошибаюсь, 29 или 35, что-то такое рублей стоит. 29, кажется. Ну, примерно так же, как в Магните. Но вот в Магните послаще. В рынке я еще взяла творожок, фермерский творог. Будем делать, я думала, сырники сделать, но Лика больше любит запеканку. Будем делать запеканку с вишней. Взяли еще замороженную вишню, потому что она уже без косточек. Будем делать запеканку на ужин. На рынке, я когда бываю на рынке, то всегда берем вот такой армянский сыр. Он очень вкусный, именно такой солененький сыр. И Миланка любит очень вот эти вот пряди. Взяли копченую косичку, копченые пряди. Кстати, такой прям ароматный, просто потрясающе пахнет, прям очень хочется копченостями такими. В общем, вот такой вот копченый сыр еще взяли. Вот, так что сейчас будем кушать, а на ужин будем делать вкусную запеканочку с вишней. Черешню я попробовала, но очень-очень сладкая, прям такая медовая-медовая, обалденная. Малина тоже вкусная. Клубника, немножко с кислинкой, но, в принципе, нормально такая, ароматная. В общем, ягодки, арбузик. Всем приятного аппетита.
Смотрите, какая запеканочка. Пока мы гуляли, Лика сделала вот такую потрясающую. Я пошла. Гигантскую запеканку. Красота невероятная. Ну это что-то, это вообще космическое просто запеканка. Всем доброе утро. Выехали, хотели пойти, точнее поехать, в какой парк? 300-летие, да? Да. Но собирались, ждали, короче, собирались, и погода ужас изменилась, пошел дождь, и что мы, мы еще отварили, думаю, что мы делали, я отварила кукурузку, взяли с собой кукурузу. Ой, вообще, подожди, смотрите, уже разворачиваем. Это в эту сторону еще не дошло. Короче, мы разворачиваемся, едем обратно. А в заднем случае? Потому что все везде затянуло, идет дождь. Завтра пойдем погулять. Это Лика навела панику. Сказала, сегодня будет идеальная погода. Ну, среда и четверг была хорошая. Да, ей Пхон сказал так. Пути посмотрим, где дождя не будет. Может, остановимся, погуляем. Но пока везде все затянуто. Хотя с утра такое солнечное. Небо ясное. Тут ты что? Хорошо, что мутация. Ты или Милана? Я вообще быстро. Миланка свою куклу взяла в памперс, я кукурузу взяла. Едем домой обратно. Зашли в Ленту, здесь все уже школьное, школа начинается. Тетрадки разные, рюкзачки, ручки, канцелярия, бумага, смотрите, 299 рублей. Разные тетрадки, не знаю, Миланки вроде тетради мы как бы все заказали, купили. Пенал, вот это все есть, что Миланке нужно, даже не знаю. Мне, кстати, вот такие вот ластики нравятся, они очень хорошо стирают вот эти. Миланке уже столько ластиков, но многие ластики прям пачкают, рвут листы. А вот такие мне нравятся. Сейчас Миланка придет, они с папой пошли за бургерами, она захотела. Покажи вот такие ластики, потому что такой ластик был, и он закончился. Ну, у нее уже такой измученный маленький кусочек остался. А так других ластиков много. Если нужно, сейчас возьмем. Еще Миланке нужны клей-карандаш, ПВА-карандаш. Еще Миланке шопер нужен тоже. Короче, сейчас приду, посмотрю, что ей надо. Так, еще и ручки пилот нужны. Не появились у пилотовские? Посмотри, пенальчики вот такие раздвижные, симпатичненькие, еще в черном цвете есть, с белым. Нет? Да посмотреть. Ну, я говорю, мы заказывали что-то не очень. На Валперис или Озон, я не помню. Как будто... Похоже, но... А вот тут написано, нет, это не пилот. Ну вот, нет, это не пилот. Какие-то ручки. О, это стирашки, что ли? Такие, наверное, надо и взять ручки. Сейчас она придет. Вот такие. А тут есть? Можешь расписать вот здесь? Вон, на коробке, какие чернила-то. Ты куда? Лика вынарядилась. И никуда не пошли. Ну, хороший, да? Так, возьму ей две ручки такие классные. Что тут еще есть? Я не знаю, что ей нужно. Вот так, то у нее всего много. Это еще в школе есть. Там подзаказывали. Ручки вот такие нужны точно. Две возьму. Посмотрим. Что тут еще? А, вот у нее альбом. Фартук? Так у нее же есть. Фартук, она им не пользуется. Да? Ну, конечно. Слушай, а вот такую досочку можно взять. Ой. А что она пустая? Прикинь. Кошмар. А что еще нужно? Собрание будет в школе, собрание будет, в художке скажут. А вот блокноты по-любому надо взять, да? Альбом. Ой, альбомы. Альбомчики надо. Но им удобнее вот такие, на кольцах. Почему? Ну, не знаю, всегда они говорят на кольцах брать. Я вот такой возьму большой. Какие там расцветки есть?
сразу надо. Собака. Давай, наверное, сразу. О, оликовод, смотри, еще это. А, это 40 листов, а здесь 48 листов. А вот эти что? А вот такие. Такие. А, они 24 листа. Не, давай вот такой еще. Ну, здесь такой, видишь, еще? Отрывной. Чтоб ровно было. 20 листочков. А вот эти, смотри, внизу. Вот желтенькие, что там вообще? 189 рублей, сколько листов? 48. Так же. Давай вот такой, что он. Или вот такой еще взять и с отрывным. Ну, смотри, собака шапка. А еще вот такой, смотри. Нет, кот не красивый. Ну, давай собаку. Такую возьму и собаку. Смотри, какая кофта, которую ту мы мерили, бежевую, было две. И здесь, смотри, 1500, качество, конечно, кошмар. Не взяли мы эту кофту, что-то как-то вот не знаю. Так у нее все школьное есть. С туфлями не можем определиться. Мы позвонили в магазин, должны привезти в течение недели хорошие туфельки кожаные. Просто той фирмы мне очень нравится. Вот если там ничего не найдем подходящих, то уже буду брать, ну, что есть, как говорится. Вот. Так, еще возьму вот такой набор кистей. Здесь 1, 3, 5. А здесь 2, 4, 5. А, вот. Из пони. Натурального, да, волоса пони. Пони общипали? Возьму такие кисточки новенькие. Купили сегодня яйца перепелиные. Миланка, когда маленькая была, постоянно покупала яйца перепелиные. Потом какой-то период, видно, наелась она их и, ну, как-то перестала кушать. Идем по магазину. Милана говорит, я хочу яйца перепелиные. Купили. Милана уже съела их. 10 штук. Не, не 10. 10. Но я же варила 10, но я тоже съела. Сколько? Ну, штук 7 Милана съела. 8. 8. Кошмар, вообще-то это много, конечно, ну ладно. Так, они маленькие. А я, знаете, что захотела? Вот такой шоколад, какая-то новинка, именно с мандарином. Раньше был с грецким орехом и там что-то еще. А это, смотрите, шоколад темный с мандарином и грецким орехом. Сейчас откроем. Я думала, будет вкусно. Я хотим на ужин сделать шаверму. Да. Вот. А мы теперь будем кушать на тарелке шаверму. Лаваше, ты тоже не хочешь лаваше? Да, я хочу тоже не давать. Смотрите, вот такое. Вот. На, держи. Ну как? А такой, в такой фирме все такие. Вот такой вообще. Темный? Орешки, а мандарины не вижу. Да, ореха достаточно много. А что-то вот мандарины я не заметила. Ну, вообще вкусный шоколад, кстати. Не горький. Я не очень люблю темный шоколад, особенно когда без всяких добавок, без орехов, там, без всякого. Вот это прям такой неинтересный, такой темный, слишком горький. А вот когда орешки, там, мандарин, еще что-то вот. У мандарина нету. Я не чувствую мандарина, но аромат очень приятный, очень. Я сейчас буду делать маску для лица, тающая маска для лица с кокосом от Mixit. Увлажняет хорошо, сокращает поры. Больше люблю тканевые маски, но заказали такую. Маска, кстати, с гиалуроновой кислотой. Здесь кокосовое масло, экстракт кокоса даже есть. И еще также присутствует ментол. Очень, кстати, много вопросов по поводу... Как часто я буду выкладывать и буду ли я выкладывать на YouTube влоги. Хочу сказать, что в связи с такой вот ситуацией, все знают, да, про YouTube сейчас вообще он не грузит. С VPN многие тоже не дружат. Вот, поэтому у нас есть на Дзене канал, я уже, кстати, много раз говорила. Я обязательно все ссылочки оставлю в описании под видео. Многие вот в комментариях спрашивают, а как найти ваш Дзен? Под видео в описании заходите, и там есть все ссылочки на все наши соцсети. Есть на Дзен ссылочка, и также есть ссылочка ВКонтакте. В общем, буду выкладывать видео ВКонтакте и в Дзене. Обычные, привычные всем, полноценные, большие вот такие вот видео. Поэтому не потеряемся,
Все ссылки, еще раз говорю, в описании под видео. Заходите, переходите, собственно, подписывайтесь, чтобы не потеряться, и смотрите обычные привычные видео. Буду все видео выкладывать, чаще буду выкладывать Дзен и ВКонтакте. Вот, поэтому переходите и подписывайтесь. И, кстати, помимо видео в Дзене и ВКонтакте очень много интересных разных роликов. Я, кстати, там делаю большие обзоры разных магазинов. Поэтому помимо вот таких привычных, длинных, да, таких вот влогов интересных, там можно ВКонтакте и в Дзене у меня смотреть разные ролики, разные обзоры, также видео из разных магазинов, разные товары. Подписывайтесь и переходите, чтобы не потеряться. Вот так, ладно, я делаю масочку. На этом наш влог подходит к концу. Всем хорошего настроения. Не забывайте, переходите по ссылочкам в описании под видео в Дзен и ВКонтакте. Подписывайтесь и смотрите влоги. Пока-пока.